В администрации Люберецкого района состоялось расширенное заседание. Участники встречи подвели итоги работы по зимнему содержанию территорий и дорог муниципалитета, а также поставили задачи по благоустройству на текущий 2017 год. За минувший зимний период от жителей городского округа поступило около 2500 жалоб. Как правило, свои замечания по содержанию территории и дорог они оставляли на портале «Добродел». На расширенном заседании по подведению итогов работы дорожных и коммунальных служб главой округа была поставлена задача – учесть прошлогодний опыт и исключить недочеты при подготовке к будущей зиме. Говорят, было порядка 26 переходов через ноль, поэтому дороги находятся в том состоянии, в котором они, скажем, были после зимы, и мы сегодня очень быстро, оперативно решаем вопросы ямочного ремонта, и дальше перейдем к текущему капитальному ремонту. На содержание дорог и территории в зимний период из бюджета города Люберцы было выделено более 59 миллионов рублей. Из них порядка 14 миллионов потратили на закупку противогололедного материала. По словам Эдуарда Сигалова, лучше всего минувшей зимой содержались Октябрьский проспект, улицы Смирновская, Кирова, а также городок А и Б. Нарекания со стороны жителей вызывала уборка мостовых сооружений и эстакад. Несвоевременная обработка реагентами вела к затруднению транспортного движения. В будущем зимнем сезоне особое внимание хотелось бы обратить на качественную и своевременную обработку данных сооружений. Все технологии, все регламенты, как в снегопад убирать сооружения такие, они все прописаны. Поэтому я еще раз обращаю внимание руководства и МБУ, и Люберецкого ДЭП на то, чтобы в этом году это не повторилось. Свои доклады на расширенном заседании зачитали представители администрации всех бывших городских поселений. А затем, по сложившейся традиции, глава городского округа вручил благодарственные грамоты лучшим работникам сферы ЖКХ. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.